Привет, ребяточки. Хотите, я вам сегодня покажу мою работу? Вам же, наверное, интересно, где, кем я работаю. Ну, вот сейчас покажу. Сегодня день техобслуживания. Ну что, ребятки, добро пожаловать. Так, вытяжка, как я понимаю, у нас уже работает пару дней. Да, бывает. Уходя, включите вытяжку. Ну что, гостевая зона, холодильник, уборная. Столики, все дела. Ну, о, забыли выключить музыку. Бывает. Так, сейчас я вытащу лестницу, собственно говоря. Ну и буду производить обслуживание сегодня. Проекторов. Ну, как минимум раз в неделю я их чищу, сами понимаете. Пыль, все дела. Ну, а потом я все это запущу, и вы увидите, какая здесь красота будет. Магия. Так, ну-ка, если выключаем свет. Вроде ничего не видно, да? Сорян, сейчас картинка блымает, это из этих синих излучателей. Ну, посмотрите. Ай-яй-яй-яй, все блестит. Ну, для камеры это плохо. Ладно, пойду за лестницей. И о, лестница здесь. Так, у нас тут подсобка. Наши аниматоры переодеваются во всякое. Костюмы, прочее, мои инструменты. Ну, как-то так выглядит все это дело. Это, кстати, наша песочница. Там все оборудование. Ну и внизу стоит непосредственно интерактивная песочница. Я запущу, покажу. Прикольно выглядит. Так, минимальное техобслуживание произведено. При максимальном я разбираю эту коробку, ну, скажем так, раз в месяц, и оттуда пыль выдуваю. Ну, естественно, решаю проблемы, если что-то глючит.
Надеюсь, сегодня ничего не будет глючить. Итак, сейчас продемонстрирую, как это все выглядит, когда включается все оборудование. Шумело, компы подключались, и это запустилось. Ну как вам магия? Давайте для начала покажу, как работает кидалка. Можно руками, можно кидать мягкие игрушки. Просто завалюсь от нас. Я думаю, суть ясна. И да, игр там много. Там, по-моему, несколько десятков. Забавно, как реагируют, да? Коснулся стенки, датчик реагирует. Если что, датчик вон красненьким таким светится. Так, это у нас интерактивный пол. Собственно говоря, ногами нужно наступать. Ну-ка. Где? Защити планету. Готов. Взорвался. Опять же, игры разные. Рыбка, животные, природа. Это про космос, поэтому выглядит немножко так темновато, как бы я сказал. Так. Здесь у нас что? Ну, я просто включил фоновое видео. В данный момент это YouTube. Соответственно, здесь у нас Xbox. Ну, то есть игры с танцами. Just Dance, может, знаете. Ну, а это так называемая рисовалка. Я выбрал лес. Смотрите, как это работает. Здесь, ну, некий сканер, да? Детям раздаются такие листики. Их нужно раскрасить. В чем прикол? В дальнейшем это животное появляется на экране в игре. Ну-ка. На экран. Лисичка. Ну, собственно говоря, что еще показать? Да, песочница еще. Еще песочница. Сейчас я ее раскрою, корпус, и покажу поближе. Так, пойдемте на песочницу посмотрим. Аквариум на полу. Как будто по воде ходишь. Круги расходятся. Так, это у нас что? Ну, что-то здесь надо делать. Видимо. Да, что-то с ними надо делать. Собственно говоря, песочница. Итак, я не знаю, как называется эта игра. Но суть в том, что можно что-то строить и что-то будет происходить. Не знаю, по-моему, это вулкан. Видали? Видали? Появился вулкан. И да, песок непростой, но из него как снежки можно лепить. То есть это не обычный песок, это специальный. Не кинетический, конечно, тот, который как пластилин, нет.
Но тем не менее, это специальный песок. Ты его берешь, и он у тебя остается такой колбаской. Опять же, игры разные. Я вам показал одну из. Так, ну теперь придется этим мыть руки. Ух! Ну что, прикольно? Деткам нравится. Да, я тут для вас буду переключать игрушечки. Ну, с планшета управляется. Это у нас называется «Материки». Ну да, что вроде этого. Так, теперь что-нибудь другое. Не знаю, что это. И да, игры работают как на песке, то есть вы поняли, нагреб кучку, что-то произошло. Так и просто на доске, так называемые плоские игрушки. Все что угодно. Все, выключил. Ну, это через минуту выключится сам. Пик-пик-пик, пик-пик-пик. И готово. Ну что, ребятушки, как вам моя работа? Сегодня самое простое, просто техобслуживание. Ну, немножко поправил геометрию изображения. Иногда бывает, сбивают проекторы. Перекашивается все, иногда игры слетают, и т.д. и т.п. Всякое бывает. Компьютеры, проекторы, кабеля, проводочки. В общем, ну что, вам понравилась моя работа? Ух, так, забыл, кое-что забыл, одну игру потеряли, надо сейчас проверить. Ну и домой. Хотел сказать, это только один из наших филиалов, соответственно, я не только здесь работаю. Всем пока, ребятушки. Увидимся еще.